Мы снова с вами на ярмарке в Кропоткине. Вторая часть. Сейчас посмотрим все. Узнаем цены. Съемочная группа перезаряжает. Небольшой пит-стоп. И мы начинаем. Голуби без хозяина. Вон там куры на свободном выгуле. А вот там есть сейчас. Друзья, прицеп. И здесь козел. Копытом бьет. Наверное, к дождю копыта чешутся. Аромат, конечно, стоит специфический. Вот бородатый козел. Говорят, купили. Цену никто не говорит. Здесь куча кокариков. 2900. Кокарики 2800, желтые 2900. Япошки 300 рублей. Молодежь, меня хотят прогнать снова. Злые какие-то. Так, здесь выставочные по 1500. Вот радужная волна. Вот эти, которые внизу по 1500, вверху по 1200. Радужная, каждую линьку меняет свою окраску. Колоновидная туя. В какую цену? 600 рублей я даю. 600 рублей. Это строкач. Вот маленькие кролики 350, 450. Это декоративный, взрослый. Такие вот песики по 15. Вот еще монах Калита. Это уже взрослый. Цена 15. Щеглы по 150. Вот эти товарищи перепела по 2000. Инкубационное яйцо 8R. Да, 8 размер, значит. А что вы тут делаете? А попугаев нету, я смотрю, пустой стул, да? Продали? Волнистые были? Да. Все разобрали. А почем продавали? По 550, 450. Какой павлин. Почем белый? Почем? 12 белый? А вот тот, который индийский? За 10, да? Спасибо. А внутри кусаются у вас, не? Чуть-чуть. Он попугай укусил меня там. По 1000. Ага. Приятного всем аппетита. Вот такая клубника можно взять, покушать. Очень вкусная. Друзья, синичка усатая. 500 рублей. Чечетка 500 рублей. Дубонос 800 рублей. Зеленушка. Зеленушечка. 100-150. Так, еще там в багажнике что-то есть, пойдемте посмотрим. Самочки безусые, видите? Там видно в багажнике. И вот тут самцы. Вот они, самцы. И снегурочки, вот снегурочки. Снегурочки по 350, 400, 500, кто больше. Сейчас пойдем посмотрим. Но вот эти по 350, хорошие. Надо брать, наверное, возьму две пары на гостиниц. Почем такие кролики? По 1000. Крыски почем у вас? По 200. По 200. И хомячки? Хомячки по 150. А почем ваши цыплята? По 100 рублей, по 80. А что за порода? 100 рублей и 80. Это домашние, цветные. А, просто домашние, да, разные.
Вот, пожалуйста. Но это мне маленькие. Пойдем дальше. Что голуби? А? А примерно цена какая на хороших голубей? Вот самый хороший, сколько будет стоить? Ну, широкохвостые эти по 800. Широкохвостые по 800, да? Эти капканы по 1000 рублей. Как порода называется? Капканы. Капканы по 1000 рублей. Теперь народ будет знать, придет, купит, я думаю. С луком как бы вообще хорошо. А вот кто любит гребешок в супе вареный, рекомендую, очень вкусный, мясистый гребешок, смотрите какой. И почем такие петухи, ребят? 800 рублей. В какую цену ваши кролики? Давайте за компанию. Разные. Вот эти почем? Вот эти 1200. 1200. Уже взрослые они, да, считаются? А вот такие седые почем? Такие от 900. От 900. 300 рублей в месяц. 300 рублей в месяц, такая цена, ориентируйтесь. Все, спасибо. Так, здесь что, попугаи? Гнезда. Ручная работа. Юрий Васильченко сам шил, душу вкладывал, чтобы ваши канарейки водились. Пожалуйста, корм на россыпь, на развес. Сухофрукт, кто любит витамины. Можно попугая, можно самим на компот, детям. Пирожки, пироги. 250 рублей. Ребята, заказываем гнезда. Пока не поздно, пока не распродался. Тут витринка небольшая. Вот приобрел. Ну-ка, никому не говорите, специально для зрителей моего канала демонстрирую. 400 рублей голова. Взял две снегурочки и два снегира. Снегиря, то есть. Снегира. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Повезу в армавир. Так, тут не разлучников. Опытные старожилы торгуют. Пойдемте поближе посмотрим. А что, уже все распродали? Да. Ох ты, елки-палки. 7 утра снимаю, уже все разбирают. Прям смотри. Дай там проволоку с клеткой. А вот эти вот такие интересные, почем не разлучники? Бирюзовые, да, называются? В какую цену вот эти? Эти по 5. Эти по 5. 1-5 тысяч, да? Вот этот, смотри. Шикарный какой. Сколько стоит? Палец видно будет? Да. Это по 8. А ну давай с пальцем. Ага, понял, вот это 8 тысяч. А меня там попугай за палец укусил. Я вот так, а телефон уронил, видеокамеру уронил и все. Ребята, вот тут воду наливают попугайчикам пить, чтобы жажду утолять. Все, идем дальше. Кстати, насчет курей, сейчас пообщаемся. А вы меня сориентируйте по ценам на курей, что почем? Ну, а вас какие породы интересуют? Ну, чтобы вот яйца были каждый день, а потом, когда она постарела, чтобы мясо было в супе вкусное. Ну, вот, доминант. Доминант, да? Голубой, черный, красный. Это вот все доминант? Да, вот. Это 3 месяца будет. Это крупная несушка, яйцо до 70 грамм. А яйца каким цветом? 300 рублей. У них у всех разные. А, разноцветные. Так красиво есть. Будет смотреться. И почем они стоят? 300 рублей. 300 рублей. 3 месяца 300 рублей. Я просто думаю себе взять, вот думаю сейчас похожу еще, посмотрю и может сориентируюсь, приду. Подумайте, выберем. Так, а вот это вот кто? Это же адлерское серебро, да? Да. А они почем? Эти будут 280. 280, 3 месяца, да? Да. А вот и рыжий, как называется? То Ломан Браун, то несушка будет. А это которая мяса мало, да, у нее? Там его вообще не будет. Все, там понял. Понял. В общем, по курям буду думать. А это белая, как называется? Ленорка. Минорка, да? Ну, порода суперник. Первая буква М, Марина? Да. Минорка. И она почем? 350. 350. Ладно, сейчас похожу, вернусь, посмотрим. Так, вот еще нашел, друзья. Снегири. Человек говорит, пара 500 рублей. Это получается снегирь 250. Правильно я говорю, да? 250. Клёст в какую цену? Клёст 1000. Один клёст 1000 рублей. Да. Щегол 100 рублей, да? Щегол 50 был. А, щегол 50 один рублей. Остался, забрали. Щегло разобрали.
Чечетки 250. В общем, видите, друзья, рынок надо ходить, приценяться, торговаться. Вот тут есть. Тут, я так понял, дешевле. И прям красивые все вон какие. Ну, это остатки. А, это остатки, уже человек говорит. Ну, тем не менее. В общем, дальше. Спасибо за внимание. Идем дальше. Вот наши уже знакомые друзья хотят провода съесть. Это как порода называется? Нубийская. Нубийская козочка. Скажите, пожалуйста, цену, то в прошлый раз мы не озвучили. 15 тысяч, а возраст? 4 месяца. 4 месяца, это козлик. А козочки почем? Козочек нет. В общем, вот мальчишки 4-месячные по 15 тысяч. Скажите, а у этой породы молоко без запаха? Без запаха, да, вот, как я люблю. А с какого возраста можно приобретать таких козлят? Ну, чтобы дешевле было, допустим. До месяца. Чем дольше поешь молоком, тем дороже. Допустим, двухмесячный сколько будет стоить? Ну, вообще-то где-то вот с недельного возраста, там двух недель, тогда дешевле. А, вот такой сильно маленький чем дешевле. Поешь, все. Все ясно. Там по факту будут уточнять, если надо. Давайте скажем телефон. 8-960 48-46 488 488. Василий. Друзья, звоните, осталось 3 мальчика. Можно сделать бронь на девочек. Вот молоко. Спасибо. Спасибо большое. Это мне на здоровье. Буду дома пить. Это подарок. Спасибо. Вот так, друзья. Мне перепало. А я сейчас иду, мне один говорит, за съемку 100 рублей. Другой говорит, иди отсюда. А вот нормальные люди, видим, молоком угощают. Так что жизнь налаживается. Друзья, вот так по-современному. Молоко нубийских коз. Номер телефона. Обращайтесь, заказывайте козлят. Я вот немножко уже отпил. Прям вкусное молоко, без запаха, хорошее. Я, может, даже поеду домой, буду думать об этих козах. Сделаю им помещение и приобрету себе, наверное, козу. И детям будет прям шикарно. Доярочку только найду хорошую. Так, курочки, почем? Сейчас узнаем. Скажите, почем такие курочки у вас? А возраст какой? 7,5, 300 рублей. Это Ламан Браун, которая, да? А, Кубань 323. А это Легорн? Да, Легорн. И почем? 330. 330? А возраст месяца 3? 4,5, там чуть больше 4. Ну, в общем, 4,5 месяца, да, 330. И эти доминанты? Доминант 350. 350, а возраст? 4 месяца. Все будем думать. Это тоже доминант, другой цвет. А почем такие малыши? 100 рублей. Это десяток 100 рублей или один? А, один. А что за порода? Брама. И фавероль. Ну, какие уже перышки на крыльях красивые, видите? Для себя снимаешь? Себе и всем. Всем не надо. Себе снимаешь. Потом придем забить. Муларды. Цена. Что-то занят. Вот отвлекли. Почем эти? Как называется? Кокарики, да, почем они? 2,5 рубля. 2,5 рубля. Записали. Спасибо, идем самочка, дальше. Вот. Здрасте. Скажите, почем у вас ожерелый серый? Нет, 1000 товаров. 20 тысяч. Ожерелый 20? Да. 20. Так, а это рубиновая почем? Самка? Нет, это самец. Сколько? 6 стоит, да? Ага, сейчас еще посмотрим. Сейчас вернусь. Сейчас еще идет. А вот самец пенантовый. Какой возраст у него? Это самка. 3 года. 12 тысяч. Хоть нормально телефон. Все рассказал. Сейчас телефон продиктуем. 8-918 370 9308. Ага, все, спасибо. А самки нет, да? Идем дальше. Вот кокарик.
Друзья, сейчас по порядочку озвучим цены. Волнистые почем? Ну как-то, ну как раз возьмем. Волнистые полторы. Это однокровный. Здесь вот горный и принцесса. Вот. Горный сколько, горный? 15, хоть тот. Горный 15 и принцесса 15. Принцесса — это порода попугая, так называется. Вот справа попугай. Это роскошный попугай. Роскошный попугай или попугай породы принцесса. А слева это горный. Певчий по 3. Так, здесь внизу певчий по 3000. Лютинки, и вот там лютый серый. Вот, волны. У меня такой один есть дома тоже. Все, так, розелы. А розелы красные в какую цену? А что попугай? 5 тысяч. А эти по 5 рублей. А возраст какой у розел? 3 месяца. 3 месяца. Так, надо мне хорошую самочку себе взять, наверное. Вот мне нравится вот это. Сейчас попробуем. Наверное, ту вот самочку я... Скажите, а на эту самку скидка будет или нет скидочки? Хорошим людям скидку. Вот есть вот этот один по 500 и все. Самочку... Сейчас, не дают слова сказать прям. Видите, тут ажиотаж, ажиотаж, администрация. Фамилии переписывают сейчас. Скажи, а на розелы уступки будут? Вот это вот я за 500 могу. Ага, берем. Ты снимаешь или нет? На розелы что-нибудь уступишь? Кому? Нет. Мне, хорошему человеку, уступишь? Нет. 300 рублей. Уступлю. Все, спасибо. Все, за 4700 забираю. Вот эту самочку. Вроде нормально, ну там посмотрим. А кто тебя целовал? И вот дошли мы наконец-таки до растений, до цветов. В принципе, этот ряд уже кончается. Там уже выход в лес. В лесу там продаются куры, голуби, гуси, утки. Птиц моих декоративных, канареек и попугаев там, в принципе, не бывает. Сейчас пойдем туда, посмотрим. Там еще есть 4 ряда, надо охватить, но времени крайне не хватает. Ну, по возможности сейчас пойду смотреть.